Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Первый день, забираем свою 1000 монет. Тут у нас сундучок, зимние шины, ускоритель, фляг. Следующий на открытие. Команда. Мне папа запретил играть в телефоне 2 дня. Ну, раз папа запретил, значит, на то были основания. Так, Рудольф, это что у нас такое? Это головной убор, что ли? Не могу понять. Так, управление в воздухе, там фляг, особый билетик, крылья и опять же ускоритель фляг. Такс, ну что, подтверждаем, подтверждаем, друзья мои, подтверждаем. Вступайте. Так, ну что, мы переходим на гонки, и сегодня, я не знаю, сколько там, 13 тысяч кубков. Вряд ли я, конечно, туда доберусь. Хотя очень хочется, если честно, премиальный пропуск разблокировать. А он не разблокируется у меня все равно. Что бы ты ни делал, ничего не получится. Так, новая краска, амортизатор прыжков. Ну что, столичный кубок, друзья мои. Меняем образ. Рандомовский. Во. Оставим такой, наверное, да? Подожди-ка. Зачем мне... Это мне не надо. Ты мне дай мне ролик. У нас 77 тысяч, кстати, может быть, хватит немножечко. Ну да. И буквально еще немножко, и все, ребята. И супер этот, как его, баги будет у нас прокачан. А что это с машиной-то, ты видел? Ну что, попробуем. Да, без идеального старта, молодец. Молодец, Рейчик. Надо все-таки будет попробовать, как попросили. А, так он у меня стоит. Но, если честно, я не вижу здесь... Ой. Чё-то я не знаю, ребята. Третьим приехал, короче. Ну, здесь еще было виновато в том, что у меня не идеальный старт. Ёпарасоте, опять 25. А этот чувак еще с ускорителями, смотрю. Так, надо будет, знаешь, что нам попробовать поставить? Второй, да? Нитро или как она там называется? Ну, попытаться, по крайней мере. То есть тут одни у нас ХКРки. Ой, да что у меня ХКРки? Одни ролики. Прям на хвосте у меня сидят. Ну вот как он может меня обгонять на ровном, ребята, месте? Первый. Просто на ровном месте он меня обгоняет. И, ребята, в итоге я получаю первое место. Ну что, двигаемся дальше. Это у нас кубок ледника. И все со своим идеальным приземлением. Все со своим идеальным приземлением. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты понял, да, в чем была тут проблема? Опять это с... Опять чуть было меня не подвели, а? Да-да, ребята, именно из-за вот этого вот ветра. Что? Горючка уже запищала. Слушай, тут две гонки, оказывается. Я думал, одна. Так, хорошо. Давай вторую с собой тоже идеально попробуем проехать. Я все по инерции, ребят, стараюсь приземлиться на оба колеса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты понял, да? Что здесь нас ожидает? Так ты едь, господи! Тупарь, а? Ну тупарь. И не едет, главное, понимаешь? Он не едет, я хочу. А он... и все, и естественно, он пошел ко дну. О, ребят, смотрите, какой мотоцикл крутой.
Блин, я смотрю не на свою машину, прикинь. Смотри. С ускорителем, с магнитом, да? Походу, или с чем он там. Вообще не могу здесь ничего сделать. Они оба с магнитами были. Оба. И с этими, с колесами. Поэтому, ребята, делаем вывод. Раньше, при своем раскладе, которого у меня тачка была, да, я намного лучше ехал и намного быстрее занимал первые места, чем это сейчас выглядит. Сейчас я больше фейлюсь. Я думаю, что вы это видите прекрасно. Вот как он обгоняет меня? Я не пойму, как он может меня обогнать. Ничего у него нету, он меня обгоняет. Да. Даже по прыжкам это видно. Даже, ребята, видно это по прыжкам. Посмотри. Все. Сфейлимся. Сфейлимся. Третье место, это, дай бог, в лучшем варианте мы получим с тобой. Да. Так что уж извините, но я буду переделывать. От этого ускорителя никакого вообще толку. Да убери ты. Вот так вот я ставлю. Поехали. Спорткар там еще этот нас догоняет. Давай-давай-давай, рейчик, отлично. Первое место. Погнали дальше. Может быть, конечно, зимние шины надо бы убрать. Может быть, ребята. Ну фигли, раз ты... Ну вот тебе и приплыли, называется. Ну не идиот ли, а? Ну. Меня прям бомбит. Я не знаю, что за... Что происходит? На пустом месте, блин. Какую-то фигню врезался и все. Ну тут понятно, тут нам уже не первое, дай бог, второе место. Потому что мы еще разбиться умудрились тут. 6 очков. И по итогу первое все-таки место, да? Окей. Темные дороги. Поехали. Не идеальный старт. Смотри, как тягач хочет меня там, а? Обогнать. Прямо у него уши горят, как он хочет меня обогнать. Но не тут-то было. Так, тут еще и ККМ-ка. Тут еще, ребята, и ККМ-ка, ко всему прочему. Вот ты говоришь, возьми этот ускоритель. Ребята, если я даже не успеваю горючку подобрать, какой мне тут ускоритель? М? Какой мне топливный ускоритель? Вот скажи мне. Если мы в основном пролетаем их. Просто их не успеваю брать, вот и все. Фига себе, ребята. Ты что делаешь, Рэй? Ты что делаешь, а? Ай, дурила ты деревянная. Я не знаю, что с тобой делать, а? Просто, просто фейлишься. Ты устал, что ли, а? Скажи вот мне. Ребят, ну скоро кукухой двинусь. Сам с собой уже тут разговариваю. Так, ладно. Шутки в сторону.
Твою налево. Ну давай перевернись еще, чего уж там. Че, тут одна гонка что ли? Потому что уж больно как-то. Уж больно как-то долго едем. Давай тогда вниз. Ну да, здесь одна гонка, ребят. Просто всех своих оппонентов оставил где-то далеко-далеко позади. Да, далеко позади. Первое место. Но не хватило. А нет, хватило. И это у нас управление B для вертушки. Песок в купальнике. Ну, естественно, это пляж. Дым. Ну, хоть хорошо, хоть не разбился, ё-моё. Ладно, потеряли преимущество, но главное, не разбились. Главное, не разбились. Так, второе место у нас обеспечено. А что у него там? Чё, пропеллер это что дает? Я уже не помню. Вертушку или что-то такое, да? Угу. Ну, здесь нормально. Только вот это вот ни шиша не нормально, если честно. Есть. Первое место. Прекрасно. Так, ну что, друзья мои, первая, последняя гонка, точнее, у нас по очкам идет первое место. Если мы сейчас не сфейлимся, то все, в принципе, будет хорошо. Видел, как багги там шуршит? Понятно. Вот здесь мы и не дотянули, получается. Совсем чуточку не хватило нам. Так, и по идее первое место должно быть, да? Ну что, кубок колпака ступицы. Нифига себе такой спуск резкий. Воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай, едем, газуем. Есть. Всех переплюнули, первое место. Даже тот спорткар, который там хотел было нас догнать, наказать, но у него ничего не получилось. А вот тут вот, да. Фига они там все на турбоускорителях полетели, прикинь. Я офигел, я думал, тягач перевернется. Нет, ребята, не перевернулся. Вот здесь очень было бы круто иметь крылья. Потому что ты очень высоко подлетаешь, и, соответственно, ты можешь вот эти вот все ухабы просто перелететь. Опять без идеального старта, да? Кто-то там стартанул так. Я понял, как он стартует, ребят. У него есть нитро. У него есть нитро, но, в принципе, нитро ему здесь как бы и не пригодилось бы, если честно, потому что я не видел, чтобы здесь где-то были горючки. То есть он срабатывает только, если ты подбираешь горючее. Ну давай, 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 жми.
Окей, первое место. Ну тут как-то легко было, на самом деле. На одном, так сказать, дыхании пролетели. Просквозили даже, не то что пролетели. Главное, не перевернулся. А то я смотрю, ты уже лыжи навострил там. Перевернуться, чтоб тебе. Есть. Первое место. Так, ну что, последняя гонка у нас. ККМ-ка куда меня закинула? А ККМ-ка лихо начала, но, правда, что-то как-то сдулась она потом. Да, она сдулась конкретно. Даже она третья приехала, а не второй. Так, ребята, открываем наш сундук. О, девочка-фанат. Кубок езды по ухабам. Самая моя, по-моему, одна из любимых трасс, в кавычках, это ухабы. Фига. Ну, эта машина, наверное, была предназначена, да? С большими колесами именно для ухабов. А мы в вертикальном положении с тобой заехали. Я смотрю, каждая гонка все сложнее и сложнее становится. Ребят, я просто на самом колесе. Есть, первый. Просто на заднем колесе всю гонку еду. Нет времени даже это притормозить, чтобы выровняться. Сам видишь, что происходит. Так, тихо. Облегченный вариант машины, да, у нас. И первое место. На, еще раз вылетел. Угу. Пляжный кубок. Так, подожди секундочку, я хотел кое-что глянуть. Понятно. Не хватает запчастей, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Воу, 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 воу. Спарки, спарки. А он еще и с нитро, с турбо с этим едет. О, Украина, ребят. Украина впереди всех. Фига он на этой вертушке. А как он так умудрился на этой вертушке взять первое место? Я что-то не пойму, я не проследил, ребята, что там за вес на этой машине был. Магнитный ускоритель, понял. То есть не магнитный, а монетный. Монетный, естественно, ускоритель. Ну и за счет него, естественно, он бустился здесь. То есть там, где монеты, там ему хорошо. Если монет нету, то ему очень будет плохо. Он еще, по-моему... А, нет. Я думал, он разбился, что-то его нету. Там сзади где-то. Самый последний приехал. Ну, это, конечно, да, ребят. При идеальном ускорении, на форсажике. Круто, конечно, ему ехать. А меня спасает только лишь одно. Это идеальное приземление. Вот так вот. Только идеальное приземление меня здесь очень круто помогает. Скорее всего, да, ребят, мы возьмем сегодня с вами 13 тысяч кубков. А максималка здесь 50, да, тысяч кубков. То есть сезон заканчивается на 50 тысяч кубков. Так. Спорткар встрял. Так же, в принципе, как и многие из нас. Этот идеальное приземление делает. Есть! Вуриус, кури бамбук, я тебе так скажу. Поехали далее. Что-то спорткарчик там. Я не дотянул, ребята, к сожалению. Все проехали, а я как нубас там повстревал везде, где только можно.
второй. Если бы, конечно, получилось бы мне туда заехать бы на верхушку, то, возможно, мы были бы, возможно, мы были бы первыми. Вот здесь он очень много теряет скорости, я тоже заметил. Давай, 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 рейчик там сзади. Полевка идет, есть. Что хотел, то и получил. Так, 3000 монет в копилочку. Фух, ну что, лесной кубок, ребята, лесной. Его налево кубок. Виви. Что он там делает? Он, ребят, на попрыгульках. На этих амортизаторах он прыгает. Ну, я еще раз объясняю, ребята. Если у тебя есть вот эти вот рессоры, амортизаторы, да, то если ты их берешь, их обязательно нужно брать прокачанными. Потому что, ну... Смотри, что творит. Смотри, что творит, как он ушуршал. Виви разбился, допрыгался, да? Я так понимаю. Виви разбился, а мы с тобой занимаем первое место. Круто. Базар тебе нужен. Конечно, круто. Опять Виви начинает выпендриваться. И опять он разбился. По делам ему, что я могу сказать. Будет знать, как выпендриваться. Есть. Как-то так, ребята, как-то так. И никак иначе. Ну что, уже, наверное, я так думаю, гоночки две нам нужно сделать. Может быть, три максимум. И как ты понимаешь, 13 тысяч кубков будет у нас в кармане. Опять в этот. Опять ватрушка там выпендривается, да? Идеально, можно так сказать, проехали. Просто идеально. Да и трасса, честно говоря, очень такая прикольная. Нет особых заморочек. Все. Замечательно. Ну, сколько там еще? Скорее всего, да, еще две гонки. Так, у нас опять пустыня. А эта пустыня у нас, знаете, с чем связана? С кактусами. Тут у нас будут кактусы. Наверняка. А сзади спорткарчик, да, ехал? Конечно, ехал. И, в принципе, у него были все шансы на победу. Но что он там? Ускорители всякие там стоят у него, еще что-то. Обвес такой неплохой сделал себе. Причем он едет такое ощущение, что не напрягаясь. А я видел, в кактус впендрюкался? Да-да-да, ребята, именно кактус мне тут навредил все. Но, тем не менее, первое место. Так, последняя гонка. Смотри, что делает, а? Ты серьезно? Я все думал, сейчас первое место он займет. И надо же, мы его, блин, подрезали. Так, глубоководное погружение. Сейчас, как всегда, ребята, мы тут накосипорим. Постоянно у меня тут
проблемы с этим погружением. Просто на постой. Ого. Тихо, тихо, тихо. Есть, успели, умудрились. Но вот это вот зачем надо было делать? Чувак, по идее, не должен там успеть, ребята, потому что... Вот тебе не успеть не должен. Проехал, он обхитрил. Он просто обхитрил. Я в шоке. Я третий, что ли? Да, третий, ребят. А тут одна гонка была всего лишь. Вот в чем проблема-то. Откатываемся назад, как всегда. И придется нам еще тут пыхтеть и пыхтеть. Вместо двух заявленных гонок теперь придется три гонки проходить. Ну, тут что-то быстро как-то, быстрая трасса была. Давай, 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 родной. Вообще, действительно, короткие трассы. То есть, пробег на короткой дистанции, можно так назвать. Идеальный старт. Тихо ты, господи, чуть не перевернулся, а? Пугаешь меня так, зачем? Есть. Все, ребят. Проехал. Ну, надеюсь, надеюсь, последнее. Кубок Федерации, мосты. Кубок Федерации, мосты. Катуя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну вот как он обгоняет-то, а? На ровном месте. Просто тиш, и улетел. Я только пыль глотал, я даже ничего не смог сделать здесь. Отлично. Так, ну что, пока у нас между первым и вторым местом идет розыгрыш. Ну, по ходу дела, второе место у нас будет, потому что этот... Ой-ой-ой. Боюсь, вообще третье. Нет, второе все-таки. Восхитительные диверсии. Ну что, давай, доступ к удовольствию. Я манал такое удовольствие, если честно. Доступ к удовольствию. Тут лихач. Да как... Меня вот это вот прям убивает. Вот серьезно тебе говорю, просто вот раздражает до невозможности. Ну давай, раз уж перепрыгнул. ККМ-ка там, ККМ-ка, ребята. Есть, первый. Фух, с ККМ-очкой пришлось, да, тут немножко схлестнуться, так сказать. Чувачки улетели куда-то, да? По-моему, ребята, первое место. Да. А по итогу...
И по итогу первое место. Да, а вот, друзья мои, и сладкая награда. Все, на этом пока, ребята, будем. Все, вышел из команды. Так, ребят, ну что, 13 тысяч кубков взяли. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.